Приветствую вас и рискну предположить, что подобное состояние, когда вы, по сути, не хотите ничем заниматься, когда у вас свой род апатии, вы перестали развиваться, перестали расширять свой кругозор и так далее, связано именно с состоянием своего здоровья. То есть, у вас было любимое дело, и вы хотели им заниматься, вы хотели в нем совершенствоваться, да, хотели в нем как-то прогрессировать, но состояние здоровья вам не позволяет. И из-за того, что состояние здоровья вам не позволяет, вы чувствуете себя неполноценной, вы чувствуете себя ущемленной, ни на что не годной и так далее. Этот момент, момент, который я описал, и мешают, по сути дела, вам, ну, скажем так, продвигаться, мешает вам продвигаться дальше по жизни. Ощущение собственной неполноценности. Ощущение, наверное, собственной незначимости. Потеря того, что вам нравится, потеря того, что вас устраивало бы и так далее. Именно данный аспект и мешает вам как-то самоактуализироваться. И исходя из этого, можно сделать несложный, в целом, ну, как мне кажется, несложный вывод о том, что для начала нужно убрать все мешающие факторы вам для работы в том направлении, в котором вы хотели бы. Нужно убрать эти мешающие факторы, разобрать их, и вот тогда уже вы сможете делать то, что вас устраивает. Думаю, именно в таком направлении и нужно двигаться. А далее смотрите по факту, далее смотрите по ситуации. Есть любимое дело, хорошо? У любимого дела есть своя категория. То есть это категория знания, это категория деятельности, это категория направления, это категория мышления, это, в конце концов, сфера деятельности и так далее. Вот, обобщая, то есть более общее размышляя о том, что вам нужно, более общее рассуждая о том, чего вы хотите, и можно найти свое любимое дело. Но если только вы подниметесь от конкретных поисков, от конкретного дела, вот тогда у вас, в принципе, может получиться найти новое дело на замену, скажем, старому. Примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались еще, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.